тут? Почему это бестолку? Джейлан, не мучай меня. Не заставляй меня. Почему? Джейлан, у меня... У меня в голове есть пуля. И из-за нее я умру. Я не смогу обнять своего сына и быть рядом с ним. Не смогу заботиться о тебе. У меня очень мало времени. Ты опять решил пошутить надо мной? На этот раз я не шучу, Джейлан. Моя история близится к концу. Скоро все закончится. Мне нужно найти Эмине. Моя жизнь должна закончиться так, как начиналась. Я родился на этот свет ненужным никому. Надо уйти так, чтобы никто обо мне не плакал. Я мог прожить свою жизнь, не вмешиваясь ни в чью жизнь сам, не делая никому больно и не создавая проблем. Буду рядом с тобой, не сердись. Не надо противиться. Позволь мне держать тебя за руку. Я не уйду, даже если ты будешь прогонять меня. Я буду рядом до последнего твоего вздоха. Я не могу сидеть сложа руки, когда тебе плохо. Коркут, это не ради тебя. Я буду с тобой ради себя. Я не смогу по-другому. Я люблю тебя. 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 Прости меня. Я люблю тебя. 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 Я люблю тебя.
Спи немного. Не буду спать. Если я усну, ты уйдешь. Нет, я не уйду. Я буду здесь. Радость моя, ты вернулся. Мама, прости меня за все. Я больше не оставлю тебя. Да. Никогда больше не делай этого, хорошо? Я ничего не украла. Я не воровка. Дочка, никто не называет тебя воровкой. Мы просто спросили про кольцо, а она стала плакать. Сообщение после звукового сигнала. Коркут, как только услышишь это сообщение, сразу же позвони. Имена нашлась. Она дома. С ней все хорошо. Нет причин для беспокойства. Но ты все равно сразу же перезвони мне, хорошо? Хорошо.